Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня поиграем в игру, которая называется Stick Battle. Так, это что они? Сами по себе, а я что буду делать? Видимо, просто наблюдать, как мои синие замочили красных. Победа. Так, принять столько-то монет? Нет. Так, говорят, скрещивай. Ух ты. Такие ребята вот у нас, да, получается? То есть улучшенные как бы воины. Секундочку, а у них лучник. Это разве справедливо так? Ну, смотри, они довольно неплохо там бомбят, отлично. Фи. Сосунье. Я не знаю, зачем мне столько монет, пока я вроде бы ничего не могу покупать. Так, мы открыли с тобой лучника. Так, а вот теперь говорят, давай-ка мы займемся, говорит, рекрутингом. Бронзовый пак. То есть, получается, что мы с тобой лучника чуть-чуть прокачали. Слушай, мне вот эта музыка, знаешь, что напоминает? Сейчас, я вспомню. Айдл Герой, точно, из этой игры же, ё-моё. Так, крутим спин. Опа, 936 монет. Можно еще крутануть, да? И что нам выпадет? Опять 936 монет. Ну, допустим, допустим. Закрываем это все дело. Давай, опа. Раритетный Гэндальф. Ты серьезно? Гэндальф мне выпал. Вот он, а я могу его... О, вот здесь вот пускай стоит он. А этих мы поставим сюда. Ну что, погнали, левел 3 у нас с тобой на пути. Жалко, что игра не на русском языке, хотя, может быть, здесь есть? Ох ты! Так, ну у нас преимущество. Нас 5, а их там уже 0. Все, разбомбили. Go home. Типа, возвращаемся домой. Бустер Unlock открыт у нас с тобой. Так, дай-ка я все-таки гляну. Нет, тут только музыка, музыка и вибрация. И музыка из Айдл Герои. Слушай, говорят, 4 уровень будет сложным. По крайней мере, мне так написали. О, тетю. Давай-ка я вот это... Блин, я не то хотел, ну-ка кликнуть. И что? Там лучник какой-то выбежал, да? Дополнительный. Слушай, да мы их тут разорвали. С полтычка просто-напросто. Ну, отлично. Так, мне нравится. Открыть сундук. Так, ну что, будем открывать? Я думаю, будем. И... Оу, 4368 монет. Солидная такая сумма. Так, ну что, мы с тобой прокачали лучника до звездочки. Мечника до звездочки. Денег пока не хватает. Окей. Ну что, дальше у нас идут денежки какие-то, поэтому давай смотреть, что у нас там дальше будет. Так, у нас опять... А, нет, не преимущество, ребята, тут мы на равных. А мы вот так вот сделаем. У нас выбегает дополнительная... О, так мы их раздеребанили. У нас маг есть, у них нету мага, а у нас есть. Кстати, мы же можем, по-моему, скрещивать, если не ошибаюсь я. Типа двойная выгода. Ну, неплохо, в принципе, 6240 монет... Давай не будем вот это заниматься. Так, это у нас что? Офер. Бесплатно. Спасибо. Робот. Это гемы. Ну, это, я так понимаю, премиум пак. Ну, VIP, можно так сказать. VIP-услуги. Так, если я, например, прокачу... Вот так вот. Ага, level up. Сюда. А вот если я... Нет, 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 подожди, вот так вот. Ага. Вот оно как получается, да? Есть пока еще у нас порох в пороховнице, поэтому надо все, ребята, это использовать. Хочу проверить.
Так, тройные лучники, да, получается? А мечники не скрещиваются, да, к сожалению. Так, ну что, мы, наверное, сделаем вот так. Че, погнали? Посмотрим. Я думаю, что мы должны справляться, потому что армия... О-о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 -
По идее, мы должны с ним справиться, ребят. Должны, обязаны мы его завалить. Колбаска из него получилась сочная и свежая. Копченая. Выиграли мы тут с Тихоной. То есть деньги нам в любом случае нужны. Поэтому придется смотреть рекламу постоянно. Так, денежку мы с тобой забрали. Ага. Это огр. Только где вот он, этот огр? Вот он и выпал нам. Так, мы получили еще лучника с тобой. Так, что нам сделать, если я вот так? И пока все. Ну что, давай посмотрим. Очередной поединок у нас. Но здесь преимущество, у нас огромное преимущество, так что я думаю, вообще без проблем все получится. Это огр. Просто налево и направо их разносит. На изи. Никаких проблем. Так, ну что? 5300 монет. Это за первый день, я так понимаю, да? И что у нас здесь? Так, это у нас награды ежедневные. Так, а это? Ух ты. Ух ты. А как... Что для этого нужно сделать? Ух ты, эпический. Ничего себе. Ой, ой. Ну это, конечно, круто. У меня пока только 4 юнита из 33, которые могут выпасть нам. А, так это с 25 уровня получится, да? Вот нам будут давать, а это с 75. Я понял. Я боюсь даже представить, сколько будет стоить ценник на эти паки, если честно. Так, двойные лучники у нас есть? Нету, зато у нас есть кинжальчики. Так, лучник, давай-ка ты вон туда к магу пойдешь, а вы вот встанете здесь. Я не знаю, что будет, если скрестить... Подожди-ка, а у нас... Блин, нету. Я думал, есть три мечника, с тремя мечниками, думал, скрестим и посмотрим, что получится. А нет у нас такого чуда. Так что... Ой, я тебя умоляю. Тут с полтыка у нас получится пройти. Видишь? Пумс. Такой оплюхой такой. Да-да-да, этот лучник тоже, ребята, дупляется. Легкая победа на самом деле. Так, а вот топ-приз. То есть это можно вытащить, наверное. Глянем. Ну-ка. Да, 2800 монет. Я ж там губешки раскатил, думал, сейчас нам выпадет. Опять же просто мечник. Так, просто мечник. У меня где-то еще же должен быть. Вон он, просто мечник. Или что? Ну да, просто мечник. Пускай здесь тогда стоит. Ну что, вперед, друзья мои. Вперед и с песней. Разбомбим. Тут у нас вообще преимущество офигенное. На самом деле, даже по войскам, если смотреть, у нас 14 отрядов, у него было 9. Причем у нас очень много дальней поддержки, которая очень хорошо рулит. Когда же мы этот сундук-то получим? Я не могу понять, что-то возле него все крутимся, крутимся, а никак его не можем заработать. 10 уровень. Все равно выиграем. Должны выиграть. Маг, вот нафига ты выходишь? Ой, дурила, а? Маг взял, выбежал зачем-то вперед. Не понимаю, для чего он это сделал. Ну, естественно, он погиб. Но главная победа. Ох ты. А вот здесь уже надо смотреть. Так, ну что, у нас тут 4160 монет. Плюс я получил сундучок. Да ты серьезно, что ли? Один лучник какой-то несчастный, замызганный. Так, один лучник. Давай скрещивать здесь. Здесь и вот. Опа. 4 лукаря, значит, все-таки можно. Так, я не понял, почему старик стоит не на своем месте, а? Интересно. Ох. Нам выпал огр. Слушай, а я же могу, наверное, ну-ка, подожди. Фига себе. Такой с причесочкой, а? Огр. Ну, 100% он теперь будет
Бомбажить-то не кисло. Остается только проверить, как. Поехали. Смотри, как его плюхает. Ну он... Ох ты, он медленно, конечно, бьет. Но если ударит, то мало не покажется. Идеальная победа. Так, а это что у нас такое? Я не могу понять. А, они хотят сказать, что ты можешь приобрести, да? За гемы. За кристаллы. Ну, ребята, я не буду тратить деньги на кристаллы, вы сами понимаете, да? Мы с вами этим не занимаемся. На тебе, упал. Упал, отжался, чувак. Какой же ты огр медленный все-таки, а? Слава богу, мечники очень быстрые и шустрые. И лучники, кстати, тоже. Ну-ка. Заманивает. Заманивает опять каким-нибудь обычным юнитом. Может быть, то приз нам надо получить, если кликаешь сюда? Или все-таки это рандомно? Ладно, смотрим. И... Ну, смотри-ка, 100 кристаллов дали. Так, мне дали какую-то взрывчатку, динамит. Интересно. Спины. Я так понимаю, если вот эта карточка выпадет, то тут, возможно, будет какой-то новый персонаж. Мне так кажется. Так, ну что, поехали. Интересно посмотреть, что там дальше будет. Оу. Ну, на... так. Подожди-ка, а это получается у нас... Всего две у нас есть? Ты видел? Просто бросили взрывчатку и все, и там крышка им была. Но они тратятся. Вот они тратятся. Это плохо, что не заканчивается. Так, что у нас тут? Опять ты? Ну, пускай он будет, да? Вдвоем побегают. Поехали. Давай. Не будем с тобой тратить. Хотя вот это, по-моему, бесплатно. Этого у нас вообще нету по нолям. Все, усекли. И взрывчатка у нас тоже только одна осталась с тобой. А сколько, интересно, здесь вообще уровней? Интересно мне узнать. Ой, зря я отказываюсь от денег. 100% тебе говорю, пожалею я потом об этом. Ну это тоже, ребята, за... Ох, ты смотри. А как? Ребята, вы хоть обернитесь, вас сзади... Вот, огр созрел, наконец-то. Ничего себе, у них ассасины уже есть. Вот это да, ребята. Вот это была подстава сейчас. Так, а вот это я, пожалуй, гляну. Так, ну что, 50 кристаллов и 5200 голды. Соблазнительно, но я воздержусь. Так, арена. С 25 уровня пустят на арену. Как понять, какой сейчас уровень-то у меня? А как понять, какой у меня сейчас уровень, ребят? А, 16-й, все, я понял. Так, 16-й уровень. Через, ага. Через 14,5 минут у нас откроется сундук. Ладно, погнали тогда дальше. В бой с тобой. Ох ты, у них уже тоже тут огр прокачан. Ты посмотри, лохматенький. Но у меня больше лучников. Причем отряды мощные, да? Ушатали. И здесь тоже ушатали. Блин, я хочу ассасинов получить. Чем-то они мне понравились. То есть можно вытянуть вот такого. Ну, ага, конечно, дали тебе. Опа, друзья мои, это какой-то бомбер. Я так понимаю, это у него сзади есть бомба. И где же ты стоишь, бомбер? Не понял. Где мой бомбер? Мага дали. Подожди секундочку. Куда бомбер-то не дели? Так, кстати, мы можем, например, с тобой взять 250 робот. Я не вижу бомбера. У нас, по крайней мере, здесь. Странно. Очень странно. Б.
Блин, ну не знаю, ребят, куда-то вот его засунули они. Давай вот этот отряд скрестим вот с этим. А если вот этот с этим? Level up. А, маг же еще. Тихо, подожди. Два Гэндальфа. Поехали, посмотрим. Что-то мне кажется, у них тут... Да не, на... Ах, опять эти ассасины. Ёк-макарёк. Правильно, вот этот вот чувак крутой. Он сразу соображает, что сзади что-то не то. И разворачивается и смотрит. Все, порвали мы им штаны. Возвращаемся домой. Так, скоро спин будет доступен. Еще один. Еще один спин мы с тобой сможем крутануть. Что тут у них они тут как бы нас в большинстве, но у них сосунки. У них где-то первоначальные войны, поэтому порвем. У нас уже тут 5-11. Разница какая, сам видишь. Есть контакт. Давай, вали этих. Вот и все. Шик и блеск. Спин готов. Давай крутанем, наверное. И... Понятно. 2000 мне дали. Так. Бомбер. Только не говори, что... Вот он. Бомбер есть. А что ж ты делаешь? Я его поставлю сюда. Подожди, а может быть он бомбы бросает? Надо его, наверное, вот здесь. Посмотрим сейчас на этой битве, что он будет делать. Вперед. Так, что? Так, он дерется, ребята, он ближник. Ох, ты видел? После смерти оставляет бомбочка, которая взрывается. И причем взрывается не кисло. Так, у нас с тобой 20 уровень. Вот тут вот. Типа босс, что ли, сейчас будет или что? Почему он фиолетовым? Да, никакого босса я не вижу. Должно все пройти идеально, как по мне. Нет, бомбер взрывается, но почему-то он не забирает с собой пару десятков солдат вражеских. Тебе так не кажется подозрительным? А мне кажется. Так, ну что, надо смотреть. Итак, 6240 монет. Я сундук не успел глянуть, а вот он. Так, двухзвездочный лучник. А где он, этот двухзвездочный лучник? Объясни мне, пожалуйста, на милость. Ага, еще выпадает нам с тобой раритетный огр. Так, секунда. Так. Ага. Дубинка у него стала уже покруче, да, я так понимаю. Ну что, поехали. Посмотрим, что у нас здесь получится. Тут даже думать нечего, мы выиграем. Смотри, сейчас взорвется. Ой, бабах. Такой бомбер прикольный. Бомбер камикадзе. Блин, ну я вот не знаю, ребята, вот две звездочки, где, как понять? Куда эти звездочки? У нас уже были бойцы двухзвездочные, но я почему-то их не увидел, чтобы они у нас появлялись. Ну вот, нам выпадает маг. Нам выпал с тобой маг. Ну что, давай еще, наверное, один уровень быстренько пробежимся с тобой. И, наверное, будем закругляться на сегодня. Так, ну тут преимущество явно будет за нами. А, ассасины, подожди. Правильно, огр. У него ассасины слишком слабые. Вот что я тебе могу сказать. Со стопроцентной уверенностью. А вот и все. Вот мы с тобой и прошли. Так, ребята, давайте-ка мы с вами будем закругляться на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.